С вами Маргарет. Сегодня будет распаковка Айхер. Как вы уже поняли, самая бомбическая. Сейчас покажу, что мы тут приобрели. Я купила своей доченьке вот такие витаминки. Всегда их беру. У меня они очень нравятся. Очень кайфовые. Они вкусные, такие желейные. А состав просто превосходный. Поэтому рекомендейшн, конечно. Дальше. Сейчас тоже часто его беру, применяю. У меня недавно случилось у супруга проблемы некоторые с зубом, было воспаление, и турмерик очень хорошо помогает против воспаления. Ну, то есть он его так кушал, но у дочки сейчас тоже некоторые проблемы воспалительного характера, и, конечно, она турмерик в самом живом, сыром виде кушать не хочет, а вот тут они очень вкусные. То есть там добавлено некоторые Apple Organic, там пюре такое есть, потом Peach Organic, это персик. То есть и он получается такой вкусный, жевательная такая мармеладка. Эрика, потише, пожалуйста. Вот, то есть тоже рекомендую при воспалительных каких-то моментах. Очень здорово буду его использовать. Потом я себе взяла тоже этой же фирмы Garden of Life. Тоже себе витаминки. При Наталье я всегда его беру себе, неважно в каком я положении, но мне просто нравится именно этот комплекс, он такой богатый на витамины, вот, поэтому я его беру. Там также есть для мужчин, тоже в эту фирму, есть даже по возрастам, они там разные, то есть, в принципе, для мужчин тоже берите на заметку. Это масло пхи, неоднократно про него говорила, часто его покупаю и здесь в магазинах, и когда делаю доставку Айхерб, часто его тоже заказываю, потому что у нас он быстро заканчивается, в принципе, важно жиры кушать. И вот это очень клевые жиры. Такие вот. Потом, смотрите, пребиотики ребенку взяла. Всегда, в принципе, такие беру. Мне они очень нравятся. Ребенок хорошо их пьет. Они в таблеточках таких, разжевываешь, они кисло-сладенькие. Ну, прикольные. Эрика их очень любит. Да, да, говорит. Вот, потом вот шампунь себе взяла. В принципе, мне очень нравится эта компания. Состав нормальный, не какой-то там сумасшедший. Вот, в принципе, рекомендую. И кондиционер тоже можно эту фирму брать. В принципе, не прогадаете, 100% понравится. Это масло рыбий жир, короче, да, в капсулах. Я его уже показывала, я его уже заказывала маленькую коробку. Сейчас я взяла такого гиганта. Написано на 4 месяца, но мы пьем вместе с супругом, поэтому нам на 2 месяца этого хватит. В принципе, мне понравилось. Это какой-то, по-моему, новый производитель, я его раньше не видела. Я осталась довольна. Эрик, это очень громко. Я осталась довольна. Сори, мне ребенок нравится. Вот. И поэтому я взяла его снова для нас, для взрослых. Но для ребенка я беру лучше качество, оно дороже. Но я про него уже рассказывала, если что, спрашивайте внизу, я вам еще раз скажу, что я беру для ребенка, что там супер качественно беру рыбий жир. А это уже наш фаворит, это магниевые, такой как хлопья магниевые, видите, я его добавляю в ванны для профилактики железодефицита, чтобы не было анемии против всяких, да, таких вещей. Короче, все с ними используем, добавляем это все в ванну. Даже ребенка немножко добавляю, но не столько, сколько здесь написано, а так на глаз чуть-чуть прям добавляю, и просто чтобы тоже в нее эффект профилактики не присутствовал. Ну, вот такая вот у меня картина была с Айхерба. Все ссылки оставлю внизу в описании, если вы смотрите на YouTube. В Инстаграме такой услуги нет, к сожалению. Вот. Всем любви, добра. Пока-пока.